Две частные дороги в Хабаровске передадут на баланс муниципалитету. О том, что такие улицы в городе есть, стало известно на личном приеме граждан, который Михаил Дегтярев проводил на прошлой неделе. Сегодня представители городской и краевой администрации искали выход из создавшегося положения. С подробностями Антон Петрович. Дороги на улицах Вахова и Сысоева по документам принадлежат жителям микрорайона «Строитель». Новые кварталы начали возводить в 2010 году. В стоимость квадратного метра входило строительство домов, коммуникаций и дорог. Платили за все это дольщики, они же и получили все это имущество в собственность. Передать дороги на баланс городской администрации тогда не получилось. Новый микрорайон, который строился за счет жителей Хабаровска, за которые многие до сих пор еще не расплатились, ипотеку платят, да, все эти дороги, которые построены за счет дольщиков, приходят в упадок. Все это время зимой дороги никто не чистил и не ремонтировал. У собственников, жителей улиц, на это не хватает средств. У мэрии нет права. Ливневая канализация зарастала илом, поэтому летом дороги топило. По версии администрации Хабаровска, строители вовремя не предоставили необходимые документы, а потом о частных улицах забыли. Насколько история, значит, управления переписки транспорт, управления транспорта и благоустройства говорит о том, что пытались передать дорогу муниципальную собственность, но управление транспорта, ссылаясь на то, что дорога нормативам не соответствует, ввиду того, что нет документов, ее не принимала. У краевого Минтранса другая версия. Попытка передать дороги на баланс города предпринималась, когда профильное управление возглавлял Олег Гроо. Он ввел новую процедуру приемки дорог. Застройщик, компания «Дальспецстрой», в это время уже была банкротом и не стала выполнять эти требования. И он ввел практику, что помимо приемки по выполнению технических условий, он хотел еще, чтобы была процедура отдельной приема передачи дорог. На это уже никто не шел. Подрядчик считал: я сдал, я выполнил все, я никому ничего не должен. По поручению Михаила Дегтярева процедура передачи уже началась. Сначала улицы Вахова и Сысоева объявят бесхозными. Затем через суд мэрия возьмет их на свой баланс. Процедура займет не меньше полутора лет. Но участники встречи договорились, что обслуживать частные улицы город начнет уже сейчас. Люди вложились в это не только душой, но и рублем. Да, и дороги действительно высокого качества, как Константин Александрович отметил. Сейчас надо просто обеспечить надлежащее содержание. Дорожная сеть Хабаровска составляет 930 километров. Только 500 из них находятся на балансе муниципалитета. Остальные либо принадлежат различным ведомствам, либо являются бесхозными, а значит, никем не обслуживаются. Антон Петрович, Иван Юров, телеканал «Губерния».